Повседневная учеба, настойчивое овладение военной техникой, закон жизни воина. Войсковое учение «Карпаты». В условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, молодые воины проявили отличную выучку и закалку, качества, необходимые для достижения успеха в бою. На учении, в соответствии с положением заключительного акта Хельсинского соглашения, присутствовали военные наблюдатели ряда государств, участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Задачи, поставленные перед учением, успешно выполнены. На земле, в небесах и на море всегда готовы выполнить боевой приказ Родины, воины страны Советов.